Всем большой привет, дорогие мои зрители. Сегодня я хотела бы попробовать. У меня баннер тут есть. И я хочу его, в общем, нарисовать. Это реклама спа. И мне просто интересно, да, смогу я что-нибудь подобное нарисовать. Ну, в общем, поэкспериментируем. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и присоединяйтесь. Так, я буду идти от самого, собственно, простого. Я не хочу срисовывать прям, кривыми, да, там, безелье. Я все-таки буду ориентироваться на, на глаз. Так. Кстати, напишите в комментариях, если кто-нибудь из моих подписчиков работает на базе фриланс. Так, сейчас, что мне надо? Вот это вот. Вот, я на базе фриланс так, честно говоря, и как-то и не устроилась. Да, ну, в смысле, так и не попробовала. Вот. Но, честно говоря, мне кажется, это очень круто. И так, нам вот эту вот внутреннюю часть мы оставим. Да? Вот, и я все-таки не оставляю надежды, что когда-нибудь тоже мне вот хватит смелости, скажем так, уже идти на заказы, да, хотя бы на какую-нибудь просто русскую базу, то есть не на самую крутую, а просто на что-нибудь такое, какие-то самые-самые простые заказы. Ну, собственно, для этого мы сейчас и экспериментируем. Так, первая часть. Ну, уж как есть, да, то есть без перфекционизма. Так, и сейчас нарисуем нижнюю часть. Так. Берем привязку к пикселям, чтобы она мне не мешала. Честно говоря, вот уже можно было, в принципе, да, столько возможностей пойти на базу фриланс. Но мне почему-то так как-то то ли страшно, то ли что. Вот стоки, вот в чем хорошо стоков, что там не работаешь конкретно, да, на заказчика, то есть нет никакой там тревожности, нет никакого там стресса. То есть сам себе спокойно рисуешь. Не знаю, может, конечно, денег меньше, ну, как... Наверное, конечно, да, денег будет меньше. Но если говорить в плане какого-то стресса, да, то однозначно стресса меньше. Хотя и, к сожалению, развитие тоже меньше, да, вот так, если подумать. Ладно, сам стресс, а вот то, что развития мало. Так, если пока мне кажется, что совсем не похоже и совсем некрасиво. Ну и если вдруг кто-нибудь повторяет вместе со мной, то ничего страшного, если прям вот с первого раза не видно какого-то конкретного симпатичного сходства. Так, делаем иллюзию какого-то одного листика. Кстати, вот тут вот идет вот так. А у нас что-то не то. Да, надо вот это вот углубить. Вот. Это, кстати, к вопросу о выходе из зоны комфорта. В принципе, такое, ну, неплохое занятие. То есть для развития, для какого-то, ну, будущего и все такое. Да, весьма навык очень даже полезный. Так. Во. Выделяем верхний слой и нашу кривую. Обрезаем. Или, ну, собственно, вырезаем. И вот этот маленький кусочек покрасим в другой цвет. Ну, и можно внутреннюю часть сделать более изящную. Или, в общем, как-то отредактировать. Вот. Ну да, что-то типа того.
не знаю, как бы стремлюсь ли я прям один в один, наверное, просто чтобы это было симпатично, да? Какая-то такая идея. Так, мы сделали наш шаблон. Давайте снова вот один назад. И по сути... А, капелька. Давайте нарисуем капельку. И по сути дальше нам надо будет делать... Как это? Тени, фон, да, градиенты накладывать. Как-то примерно вот так вот будет у нас капелька, да. Так, мне кажется, здорово пока что выходит. Так, итак, теперь, значит, надо нам сделать вот эти вот штучки, да, то есть сначала будем работать с верхним листиком, потом с нижним, да. Сделаем так. Итак, я, честно говоря, ну, пока что не знаю. Будем импровизировать, да? Какой-нибудь третий цвет ввести. Не знаю, может быть, можно мешем покрасить, а может быть и так неплохо. Так, поставим как-нибудь... Нет, наоборот, вот так вот. Ну да. Так, тени, я думаю, можно сделать двумя путями. Допустим, первый вариант это что-то вроде граничных таких вот. Так, давайте сначала их все нарисуем, потом будем как-то разрезать. Так, это 2. И это 3. Вот так вот. Так вот. А, кстати, еще напишите в комментариях, мне будет интересно узнать, вам вообще какие видео больше нравятся? Длинные с объяснениями, скажем так, с пошаговыми какими-то? Или все-таки больше короткие, такие, чтобы просто показывать какую-то технику? Так, я пока все заблокирую, чтобы мне, ну, не мешало. Ctrl-2 я блокирую все. Можно еще блокировать через... Вот, закрепить, вот Ctrl-2, выделенное. Так, то есть мне надо 1, 2, 3, 4, примерно 4 какие-то такие ровные секции, что ли, получить. Похоже на 4 ровные секции. Так, ну допустим, теперь что я делаю? Все разблокировываю. Ctrl-C, Ctrl-F, чтобы их стало 2. Теперь выделяю свои полосочки. И вот этот вот слой, который второй, разрезаем. Так, даем черно-белый градиент. Переворачиваем. Делаем его серо-белым. Вот так вот примерно. Ну и давайте, собственно, экспериментировать. Так, вот это вот можно даже примерно так касать. Кстати, можно сделать, допустим, белый и сделать меж. Причем меж как-нибудь так. И... Поехали его красить. Да, с помощью меж просто оно как бы идет по контуру, да, то есть тут как бы получается грубо, а вот это получается очень мягко. И, конечно, такое проще всего достигнуть с меж.
Так, ну допустим. И давайте, допустим, Ctrl-C, Ctrl-F. Беленьким. Ставим эффект осветления. А, ставим его черненьким. Эффект осветления. И теперь тоже берем наши точки и... И ничего не происходит или происходит? Нет, происходит по чуть-чуть. Во. Вот, да, наверное, лучше так сделать, только это как-то слишком. То есть сначала у нас был эффект умножения, теперь у нас эффект осветления. Так, ну допустим, да, пока мы сейчас остановимся, давайте зайдем в слои и выделим. Зажимая Shift, я выделяю и умножение, и осветление. Так, Ctrl-G, вот он мой получился слой, давайте его пока заблокируем. Так, это не то, это тоже не то, вот он. Так, ну и допустим, давайте этот зеленый уберем. А вот это мы добавим травянистого оттенка. Я даже не знаю, куда двигать. Тут надо, наверное, 3 сделать ползуночка. Вот так. А вот этот вот такой с голубоватым. Вот, вот так вот. Только у нас получилось как-то темнее. Так вот. А этот надо сделать. Ух ты, совсем светло. Ну вот, не знаю, наверное, да? А, еще можно, кстати, сделать вот этот вот слой, который у нас блики тени. Так, спрятать границы. И можно с ним поиграть, допустим, вот, видите, с прозрачностью. Она становится более мягкая. И за счет этого не так сильно виден рисунок. Ставим примерно вот так вот. Ну, потом в дальнейшем будем дорабатывать. Так, теперь давайте сделаем вот эту вот границу. Так, показать границы. Так, Ctrl-C, Ctrl-F. Так, разрезаем. Здесь. Нет. И вот здесь. Так, это мы удаляем. Где моя граница? Так, все лишнее. Вот она, моя граница. Так, убираем у нее заливку. Вот она. Так, это что-то тут снизу, что-то не то совсем. А, то она просто у меня толстая, да? Сделаем ее, допустим, вот так и передвинем на самый верх. Слишком далеко получилось. Так, зеленую границу сделаем. Кстати, она у меня заканчивается вот здесь вот. Так, можно, кстати, даже сделать ее вот такой. Только, наверное... А, ну или можно сделать даже вот такой. Вот такой лучше сделаем. Так, и она такая светло-зеленая. Не знаю, ставить на нее градиент или... Она, наверное, должна быть еще светлее, должна прям выделяться. Выделяться должна. Так, ну, допустим.